Всем доброе утро, а свое утро я начинаю с напитка Доброген Актив. Здесь 30 порций. Чем же мне помогает этот напиток, который я уже не первый раз заказываю? Как он пьется, для начала расскажу. 2 чайные ложечки без горки смешиваем со 100 мл воды, любой жидкости, молока, кефира и употребляем натощак за 30-40 минут до завтрака. Здесь в составе у нас есть инулин, коллаген. И для чего он мне? Для того, чтобы были лучшими волосики, кожа, ногти, становятся мышцы более упругими. Хочу сказать, что у кого скрип в коленях уходит, и абсолютно себя по-другому чувствуешь. Я уже перехожу на второй курс. Я пропила две пачки на курс. 2-3 месяца прошло, я заказала еще в этом каталоге, он на большой скидке. Поэтому всем я рекомендую, можно взять еще с Фаберлик Лайк. Итак, наливаем водички, где-то 100 на глаз я беру, 100 миллилитров. И сейчас добавим туда 2 чайные ложки коллагена. Вот такой вот порошочек светло-розовенький внутри. Его не очень много, 30 порций, то есть хватает на месяц. Нужно 2 чайные ложечки без верха. Так, ну это примерно вот так. Вот я высыпаю 2 чайные ложечки. Перемешиваем нашу жидкость. Она такая получается, как легенькое желе. Хорошенечко нужно перемешать. Хочу сказать, что мне нравится по вкусу. И каждое утро за полчаса до завтрака выпиваем. Поверьте мне, через неделю, у кого есть хруст в коленях, у кого проблемы с суставами, все эти боли по чуть-чуть уйдут. Также подтянется кожа, морщинки уходят. Периодически я рекомендую баловать себя таким вот напиточком, потому что он реально приносит эффект. Кому интересно, пишите, я закажу со своей огромной скидкой.